Друзья, доброго всем дня. Перед вами наши новости по нашим двум последним поломашкам. Это Арчик, это Тишка. Ребята, спасибо вам. От всего сердца, мои хорошие, спасибо вам. Посмотрите, как дети на поправку идут. Ребята, это счастье. Это счастье и самая огромная искренняя благодарность от всей лохматой души к вам, мои дорогие. Благодарю вас. И пусть в вашем доме всегда звучит смех. Пусть в вашем доме поселится радость. Пусть будет наполнена любовью. Ребята, добра вам и крепкого-крепкого здоровья. Спасибо, мои хорошие. Спасибо вам за эти спасенные жизни. Спасибо за Тишку. Спасибо за Арчика. И спасибо за тех, кого вы уже спасли, и за тех, кого мы с вами еще спасем. А тех, кого мы сейчас спасаем, ребят, для них будет отдельная тема, и на них мы отдельно будем просить помощь. И я уверена, вы тоже отзоветесь. Потому что, спасая одного, уже не сможешь оставить в беде другого. Люди, милые мои, хорошие, лохматая душа, я считаю себя тоже ее частичкой, кусочком. Лохматая душа благодарит вас. Благодарит, мои хорошие. Желаю вам счастья. Спасибо. Что, ребята, наши дети. Да, мои хорошие. Угу. Мамины. Мамины. Так, и наша Лиреточка тяжелая. Ребята, дети очень тяжелые, но дай бог мы их вытащим. Да? Кровью залили мне все. Пеленки я убрала. А теперь придется здесь все заливать еще. Уже болеутоляющее уколола, а он все равно так плачет. А я уснуть не могу из-за этого. И хожу по комнате. И, Господи, помоги мне. Там помыла, сейчас еще раз здесь помою. И пеленки закончились. Просто жуть. И здесь. Клизму только что сделала. Промываю все. Что, моя девочка? А? Сейчас поменяю. Сейчас попу промоем, и все будет хорошо. Сейчас, мое солнышко. Вот, намыли, укутали всех.
Малышу водичку горячую положила с бутылочкой. Все хорошо, полегче будет. Сейчас животик согреется. Окно немножко открыла. Так, этой малышке все перестелила, закутала ее. Она водичку хотя бы пить стала уже хорошо. Ну, что, дети? Дети, куда вас подеть? Что, мои золотые? Мои красивые. Барси. Так, ладно. Ну что, пора ложиться. Пора ложиться. Да, котик? Ребята, что-то мы успели. Что-то нет. Кого-то успели прикрыть крышами. И сено у собак теперь сухое. Но больше половины приюта без крыш. Это наш бич, ребята, это наша боль. Бывает так страшно. А потом проплачешься, сцепишь зубы, ведь кто, если не мы? Я здесь, вы вокруг. Кто, если не мы, им поможет? Я очень надеюсь на вас, друзья. Я верю вам. Верю, что доброта один раз всколыхнувшаяся в ваших душах, она уже никуда не уйдет. И всегда, благодаря вас за помощь, ребят, я не просто говорю вам слова. Я всей душой, всем сердцем желаю вам, чтобы у вас в семьях, в доме, в здоровье, чтобы у вас все было хорошо. И пусть та маленькая крупица добра, которую вы даете нам, пусть она вернется к вам лавиной всего самого доброго и светлого. Ребята, благодаря вам мы купили сетку. Но еще мы взяли в долг доски. Опять в долг, ребят. Потому что с трудом собрали на корм на 2 недели. А доски, они жизненно необходимы. Это будки, это утепление. И я благодарю Сергея, того, кто эти доски дал нам в долг. На 200 тысяч. Я хочу от всего сердца поблагодарить этого человека. Сережа, спасибо вам. От всего сердца, мой хороший, спасибо вам. Добрый вечер, дорогие подписчики. К вам сегодня обращается, я тоже подписчик, приехавший из Испании. И на 3-й день сразу же посетившая сейчас приют «Лохматая душа». Вот побывала только что на улице у собачек. Хорошие, красивые будки. Но очень, к сожалению, не хватает много материалов. И в первую очередь, конечно, корма. Потому что собак очень много. И, конечно, убедительная большая просьба, люди, давайте помогать, потому что государство ничего не помогает. И лохматая душа просто не выживет, так как на улице холода, без корма. Животные просто погибнут. И сейчас вот я нахожусь, пришла в кошатник. Ой, как я люблю кошек. Потому что в Испании я тоже кормлю кошек уличных. Но там тепло. Здесь тоже тепло и уютно кошкам. Кошки очень красивые. Но им всем нужен дом. Они такие ласковые, такие классные. Ой, как я обожаю кошек. Такие лапочки. Тяжело приюту. Не может он выжить без нас. Просто не может. Я помогаю тоже вот со своей пенсии. Муж помогает, сын. Но это маленькая доля. Поэтому, пожалуйста. Я вас очень прошу, они не виноваты в том, что они остались без дома и на улице. И благодаря Валентине и хорошим людям, то есть дам, которые хоть как-то могли, материально помогали, продолжаем помогать, создали такой замечательный уют. Вот такой вот домик для кошек. Пожалуйста, люди, услышьте. И помогите вот этим красивым, таким красивым, зацеловала бы всех и забрала бы к себе. И таким животным. Спасибо большое. Будьте добры и милосердны. И Бог будет с нами. Спасибо. Приезжайте к нам в гости. Как видите, расстояние не помеха. Не помеха. На приезжайте к нам. По приезду в Москву сразу в приют. Сразу к лохматикам. Все такие хорошие. Как впечатление?
Ой, отличные, отличные, все упитанные, все лохматые, пушистые. Ну им нужно тепло, им нужна ласка. Приезжайте, пожалуйста, помогайте волонтерам. Очень много незакрытых грудок, очень много нужно стройматериалов. И животных очень много. И, конечно, хочется, чтобы все откликнулись. Малыша все забрали помогли. Из вольера, потому что кашляет. Вот, поэтому его сейчас забрали. Сейчас его в тепло будем лечить. Ребята, нам нужна помощь, пожалуйста. Это частный приют, огромный частный приют. Очень большой. Ребята, государство нам не помогает. Я прошу вас. Друзья, отзовитесь. Вы наша жизнь. Кроме вас у нас никого нет. Одна надежда на всех нас. Иначе... Приезжайте. Вот как Алла. Приезжайте. Смотрите, убедитесь. У нас все открыто. Пожалуйста, ребята, приезжайте к нам в гости. Вы сами все увидите вашими глазами. И не будет никаких сплетен в интернете. И не будет всяких вымыслов о нас. Приезжайте, друзья, я приглашаю от всей лохматой души к нам в лохматую душу. Приезжайте, друзья. Спасибо большое, что вы с нами, что вы слышите нас. И надеемся, конечно, что вы поможете. Потому что действительно приют большой, приют очень уютный. Конечно, много надо, пришли холода, очень холодно. И, конечно, хочется, чтобы... Хотя бы еда была, чтобы да. Животные были сыты. Потому когда что животные они сыты, они не мерзнут. Друзья, малышей пора прививать. Сейчас нам надо привить 100 малышей. Кого-то первой прививкой, кого-то повторной. Нам необходимо 100 доз вакцины на сумму 46 тысяч. Ребята, вакцина – это срочно, это необходимо, просто очень срочно. От этого зависит жизнь маленьких лохматых душ. Ребята, нам очень-очень нужна ваша помощь в покупке вакцины. Я прошу вас, пожалуйста, если кто-то может, отзовитесь. Ребята, корм – это жизнь приюта. Без него нам не выжить. Корм нам необходим всегда. И если у вас есть такая возможность, то, пожалуйста, не дожидайтесь, пока я начну кричать и умолять, и сходить с ума от страха. Друзья, прошу вас, по мере возможностей, помогите приюту. Перешлите нам хотя бы по 100 рублей. Ваша помощь – это наша жизнь. Это корм, это вакцинация, это стерилизация. Это три столпа, на которых держится приют. И до не скудеет рука дающего.